Кровать поможет быстрее пойти на поправку пострадавшим от ожоговых и холодовых травм. Компания «Якутскэнерго» в рамках оказания благотворительной помощи приобрела высокотехнологичную кровать для центра экстренной помощи. О параметрах нового оборудования и практической пользе узнавала Любовь Васильева. Противоожоговая кровать входит в табель оснащения высокотехнологической медицинской помощи. Может быть использована и для лечения пострадавших от холодовых травм. Новая импортная модель кровати очень удобна и проста в управлении. Легко передвигается, в ней автоматически регулируется высота, что очень важно для медперсонала. Специалистам есть чем сравнивать. Ранее в отделении стояли кровати еще советского производства. Ими было трудно пользоваться, врачи выполняли все функции вручную. Когда у пострадавшего человека нет своего кожного покрова, а вы сами понимаете, что даже человек, когда обжигает пальчик, больно, да, а вот тут представьте поверхность полностью тела, не то что двигаться, а бывает лежать просто на твердой кровати больно, да, а кровать создает специальные условия. Имеют специальный наполнитель, стеклянные микросферы, которые под давлением воздуха, они создают такое, как состояние невесомости, пациент находится как бы в облаке. Плюсов у новой кровати много. Имеет обеззараживающую функцию, съемный управляемый блок, а это необходимо при транспортировке и ремонте. Кровать вместе с наполнителем весит более тонны. Все специалисты ожогового отделения прошли обучение по использованию медицинского оборудования. Начинает циркулировать вот такой песочек такой, он сделан из шариков стекла, мелкий-мелкий, для того, чтобы он мягкий становится, как бы, как на воздушной подушке. Пациент лежит, и меньше соприкосновения и давления на ожоговые поверхности, на ожоговые раны. Такие кровати имеют далеко не все ожоговые центры страны. В этом году республиканское отделение реорганизует центр термических травм, и такой подарок оказался весьма кстати. Кровать производства Нидерланды, она стоит более 4 миллионов одна кровать, и мы очень рады за то, что нам помогла вот организация выкупить, потому что в медицине не всегда хватает средств, чтобы мы соответствовали всем требованиям, да. И, конечно, большое спасибо компании «Якутэнерго» от будущих пациентов, которые будут лечиться у нас. Ожоговое отделение – единственное медицинское учреждение в республике, оказывающее помощь по данному направлению. Пострадавшие поступают со всех районов. Новое оборудование позволит создать все условия для пациентов с обширными ожогами и обморожениями. Любовь Васильева, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.